Привет. Привет. У меня папа тоже очень, часто играет на гитаре, и я люблю гитарские игры. Я Понял. буду слушать твои игры, если ты будешь играть. Сейчас попробую, вот, сыграю одну песенку. Сможем с тобой встретиться? Где, в Москве? Ну, хочешь в Москве? Ну, можем. Хочешь в Питере? А что еще можно сыграть? Что ты еще хочешь? Что еще? Да. Ой, я обожаю еще Натали, которая. А, Наталья? Натали, Натали. Мне папа постоянно такое играет. Постоянно только на другой гитаре играю. Это не судьба, меня нет любви. Тебя люблю, я тебя... Ой, извините, занесло. Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск с чат-рулеткой. Кстати, купил вот такую новую камеру, но пока что снимаю еще на старую вебку. Новую камеру увидите, думаю, в следующих роликах. Также меня часто спрашивают, почему я перестал играть на акустической гитаре. Ответ простой, мне ее просто нет, но в скором времени она появится. Также в этом выпуске я решил сделать конкурс на 1000 рублей, либо бесплатный урок по гитаре от меня. Условия такие. Подписаться на канал, нажать на колокольчик, поставить лайк, написать любой комментарий и досмотреть это видео до конца. Итоги конкурса смотрите в моем инстаграме после того, как это видео соберет 1500 лайков. А что вы еще можете сыграть? Просто вы мне интересны очень сильно. Так, знаю вот такую песенку, сейчас выучил. Я не узнала, я не знаю, что это такое. Так, ну ладно, тогда я что-нибудь из старых опять сыграю, что-нибудь. Давайте из старых, да, потому Вот. что я немножко женщина стареньких. Понял. Блин, что-то знакомое. Сказать не могу. Блин, я могу сказать, но я не могу произнести. Блин, я не угадала, но я узнала эту песню, но я Понял. не могу узнать, и просто я чересчур уже старая женщина. Понял. А как с тобой познакомиться? Можно? В чат-рулетке? Ты имеешь в виду вживую, что ли, или что? Ну, конечно. Ты в Уфе живешь? Нет. А где? В Москве. А я в Питере. А почему ты Уфа сказала? Потому что я хотела в Уфу съездить. Друзья, хочу порекомендовать подписаться на канал начинающего блогера Марка Анноприева. Марк учится вокалу и снимает на эту тему ролики. Поет кавера, снимает реакции на улице, пранки. Брал интервью у Ярика Бро. Также скоро на его канале будет интервью вместе со мной. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Я делаю вдох, так пахнет Диор. Я искал тебя, вечность, вот идиот. Плачет, кто плавал по воде, он бил залп по голове. После боя генерал его залп поцеловал. И все идет по плану, все идет по плану. Давайте поможем Марку добить 1000 подписчиков. Ссылка в описании. Что-нибудь испанское можно? Дрын-дрын? Конечно. Именно испанская? Ну, такое, блин, шустрое. Короткое, короткое, не надо там напрягаться. Ну,
вечер, наверное, много играете, да? Да, конечно, Просто. конечно, конечно. Несколько часов. Что будешь петь? Испанскую песню буду петь. А что, Цоя, не поешь? Ну, могу, Цоя. Кукушку. Очень классно. Не, не буду, не хочу. Почему? Ну, не знаю, что-то как-то не идет. Ну а как это? Песен еще не написаны. Ну вот, у тебя хорошо Сколько? получается. Скажи, кукушка, пропой. Вот, у тебя хорошо получается. Можешь ты спеть. Да у тебя тоже получится, давай. Ну, знаешь эту песню? Такие спигули. Вот это? Ах, я токийский гуль. Бля, буду, сука, топчик, нахуй. А чё, тёлок кадришь? Да. И как? Ну, нормально, нормально. Сухуёв. Токийским гулям, да. Токийским гулям, да? Я не понимаю смысла. Знаешь, что эту песню? Были мы на пляжу, лежу. Да, ой, правильно, на правильно, да, где-то ты там. угадала. Прям все песни знаешь, прям. Батарейку сможешь сыграть? Конечно. Руки вверх. Сможешь смуглянку? Нет, нет, могу что-то похожее вот. Снова дома, и ходит слушок, что все будет хорошо. Да. Аккуратно. Откуда? Вы очень крутой. А вы тут ради удовольствия играете? Или Да. ради просто себя? Thank you.
Почему выше, не петушно? Так? Выше, выше, но. Выше? Ну, это мое сугубо мое мнение. А куда выше? Что ты имеешь, да? А вот когда ты вот играешь, чтобы, я не знаю, тональность, вот, чтобы вот это более звучало выше и... Типа вот так вот? Как это правильно говорить? Типа вот так? Да, чтобы оно себя представляло. Можно сказать, идет билиберда. Вот ты начинаешь нормально, а потом вот это пили-пили-пили-пили, это билиберда. Понял, а что надо делать, что надо исправить? Я не продюсер, я не знаю, я просто. А вот такая, человек, как тебе песня, прямо... вот такая вот если... Вот. Минимум, вот это минимум и точку это называется. Так вот ведь? Это лучше, да? Ну, тебя как зовут? Извини меня. Николай. У меня Евгений. Вот то последнее, что ты сделал, это минимум и в точку. Вот так вот. А ну, когда вот... Есть что-то твое, чтобы ты вот как вот какой-нибудь перебор сделал, я не знаю. Тебе нужно свою песню сыграть? Сделай. Хочешь, переведу ее на твой язык, и как это называется, это слезы к бывшей, которой ты, как сказать, плачешь о ней. Это они. Правильно, молодец, прям угадала. Если хочешь поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки в описании.